тем, кто сегодня в рядах вооруженных сил в честь защитников Отечества звучит гимн Российской Федерации. У нас большой праздник. Это День защитника Отечества. Всю нашу историю. Победить нашу великую страну. Сегодня мы и говорим слова поддержки нашей армии и флоту, всем защитникам Отечества. Но сегодня мы вспоминаем всех воинов, которые погибли на полях сражений, защищая нашу отчизну. День Советской армии и военно-морского флота по-старому и День защитников Отечества по-новому. Сегодня мы по-другому взглянули на этот праздник. Мы все стоим на страже наших рубежей. Кто-то на передовых, те ребята, которые находятся на границе и выполняют свой долг в специальной военной операции. Сказал Владимир вот тут. А в вечном огне вижу вспыхнувший танк. Горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг. И сегодня горят танки. И сегодня танки с крестами пытаются выйти на рубежи истинно и исконно. Сильной. На этом митинг, посвященный Дню защитника Отечества, объявляется закрытым. Мы предлагаем сделать общую фотографию. Так, мы что, не уходим?